Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик. Вязала я на девочку 2 годика. Вот такую замечательную шапочку-кошечку, которую украсила бантиком с брошкой. Дальше у меня в набор входят вот такие обычные самые митеночки. Вязала я резиночкой 1 на 1, набирала 40 петель на чулочные спицы. Вязала по кругу я вот такой трубой 25 рядочков, затем прямыми обратными рядами 10 рядочков для вот такой дырочки. И затем снова соединила круговое вязание и связала еще 10 рядочков. То есть вот такие две у меня замечательные митеночки, которые можно одеть как просто, скажем, на теплое время. То есть такую вот, я бы сказала, теплую весну или теплую осень. Либо же можно одеть уже и более холодное время на перчаточки. То есть одеваете перчаточки, к примеру, розового цвета или какого-нибудь сиреневого фиолетового цвета и одеваете сверху на перчаточку. То есть вот такие замечательные митеночки и снуд в одно сложение за капюшончик. Выбрала я узор самой обычной жемчужной вязки и сделала вот такую трубу. Закрывала я петельки, связав 51 сантиметр в длину. Я снуд набирала на 46 петельках и вязала прямым полотном, которое потом шила трикотажными петельками, то есть трикотажным шовчиком открытые петли сшивала. Вот так у меня получилось очень довольно-таки, как на мой взгляд, аккуратно. Вот такой снуд, в принципе, можно одеть как на шею просто, так и за капюшончик. То есть, сделав такой вот красивый, скажем так, вид уже под шапочку. И, конечно же, митеночки. Шапочку я вязала двойную с подкладом, вот таким вот вязаным. То есть, она у нас благодаря подкладу тепленькая. Плюс у нас здесь двойные ушки и завязочки. То есть, что является очень удобным, модным, красивым. Как на мой взгляд, получилось довольно-таки аккуратненько. Ссылочку на шапочку я вам оставлю, смотрите в описании под этим видео, кто хочет связать. И, конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока!